Какой тон задашь самому теплому времени года, так он и пройдет. Решили организаторы премии «Что где есть» в Челябинске и провели ее в самые первые дни лета. Рестораторы Челябинска общались с гостями, гости с рестораторами. В этом году трансформация премии позволила отступить от излишнего пафоса и провести легкую коктейльную вечеринку. С этого года мы решили оживить, что называется, влить новую свежую кровь и поменяли формат. У нас сейчас такое некое коктейль-пати. Вот. И, кстати, с новой формой голосования у нас больше нет закрытых голосований фуди. Вторая часть голосования, первая часть – это онлайн-голосование, которое происходит на сайте. И она вчера остановилась, выявилась тройка лидеров. Сегодня каждый гость имеет возможность выразить свое личное мнение в голосовании прямо сейчас. В зоне припати идет голосование. В ожидании результатов голосования рестораторы делились своими секретами об идеальном госте, лучшем формате ресторана и летних трендах в еде. Я за уникальные заведения и за уникальные концепции. За такие проекты, которых аналогов нет в мире. Это, наверное, то, чего бы я хотела действительно. Идеальный гость – это тот человек, который приходит к твоему заведению, где ты работаешь, и ему там нравится. Главное – это комфорт и то, что человеку нравилось. Все, абсолютно все. То есть это атмосфера, кухня, бар, то, как сотрудники работают. Если человеку нравится, всегда будет туда возвращаться. То есть мы считаем, тот человек, который нам благодарен за то, что мы делаем для него, мы благодарны ему за то, что он приходит к нам. Ну и идеальный гость, который не боится высказать какие-то свои пожелания и замечания, потому что всегда же хочется становиться лучше. А куда мы без замечаний, Кристи? Они сказали, что это невкусно, значит, мы должны это переделывать, чтобы нравиться еще больше. Два года назад, когда мы открывали ресторан «Гонг», я была за такой ресторан, который монокухню представляет, да, китайскую, азиатскую. Но буквально скоро мы открываем проект, в котором будут смешанные кухни. Скажу так, достаточно тяжело удержать гостя, когда ты только с одной кухни, поэтому, наверное, самое главное – это делать качественно, вот и все. А сколько кухонь при этом будет – неважно. Смешение жанров в нашей шоу-программе, и это основа, почему приходят к нам гости. Интерьер подчеркивает нашу статусность наших гостей, нашей кухни, сервиса. И шоу-программа дополняет сам термин кабаре. Поэтому мы выбрали именно заведение в французском стиле, чтобы лишний раз напомнить нашим россиянам о кусочке Франции в уголке Челябинска. Для уже знаменитых ресторанов и баров эта премия – повод в очередной раз получить признание от гостей. Для начинающих же – старт и мотивация быть еще лучше. Для меня это огромный труд. Я работаю в этом ресторане с 2012 года, с его основания. И для меня это действительно заслуга. Это первая большая награда нашей огромной большой команды. На самом деле мы очень много сил тратим на то, чтобы каждый день от нас уходили довольные, сытые гости. Я считаю, что мы делаем это как минимум хорошо и очень трепетно относимся к каждому отзыву, к каждому мнению наших гостей. И обязательно стараемся его перевести только в плюс. Это было сегодня неожиданно, и мне очень гордо и приятно, что наша команда была оценена нашими гостями и нашими даже конкурентами. Вечеринка «Что где есть» в Челябинске отражает сразу два современных тренда. Популярность ресторанов, куда челябинцы заходят по самым разным поводам. От бранча в выходной день и бизнес-ланча в будни до празднования знаковых событий. Вторая же тенденция связана с активной жизнью города в летний период. Находится много желающих общаться, встречаться, тусоваться. А это значит, что даже летом можно не прекращать светскую жизнь.